Сьогодні програма «Школа мистецтв» у творчій майстерні викладача Миколаївської дитячої художньої школи Олексія Байбородіна. Отже, йтиметься про скульптуру і гончарство. Я преподаю вже 42 роки, як ні странно. Я случайно попав в художку, просто спочатку вів рисунок і живопис і композицію, а потім мені директор, ще колодяжний був Борис Васильович, він говорить: давай, раз ти скульптор по образованию, значит, давай полностью перевел меня на скульптуру. Вот я с тех пор только скульптуру и преподаю. Заходите. Вот, располагайтесь. Сегодня полепим с вами человек и животное. Сделаем композицию небольшую. Фигуры человека, сидящего там, и на руках может быть кошечка, собачка, такое что-то попробуйте сделать. Значит, сначала делаете плинтик, на чем он сидит, и потом лепите уже фигурки этих животных и человека. Попробуйте. А там посмотрим по ходу, що у вас вийде. Скульптура – це вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. У відтворенні фігури чи предмету скульптор спирається на пластику та моделювання. Об'єктом стає переважно людина, іноді тварина і, значно рідше, натюрморт чи пейзаж. Предмет скульптура в навчальній системі дитячої художньої школи посідає провідне місце. Якщо вони рисують і живопис роблять плоскосне рішення, а тут вони предмети відчувають в об'ємі. Вот. І тут вони вже, коли у нас зв'язані деякі предмети, рисунок, наприклад, драпіровки, вони у мене драпіровку повинні цю виліпити. Попробуйте. Іменно пластика, як ці складки ложаться, там їх об'єми, все це передається. Так же, как и в композиции. Единственное, конечно, в скульптуре сложно передать, там задний фон обычно, там второй план, третий план идет в живописи, там уже за счет домов, какой-то деревьев. А здесь скульптура, она вот именно должны через эти две фигурки или сколько, именно передать какое-то состояние, настроение этих фигурок людей и тому подобное. С чего происходит знакомство вообще с предметом скульптуры и, собственно говоря, вот с этими произведениями? Ну, для детей, ну, начинаем мы просто, они, когда приходят первый раз, они знакомятся с глиной, и второе, они лепят, я говорю, делайте кто что хочет, я хочу посмотреть, кто что умеет. Ну, кто-то там пластилином лепил, кто-то там из теста делали, что-то такое. Я уже по ним уже смотрю, кто... Какие-то задатки есть, которые способные дети, которые потом некоторые распускаются дальше, лучше начинают работать. Ну, в принципе, разные дети, понимаете, некоторые там ходят с натугой сюда, некоторым очень нравится лепить. Есть такие, у нас много заканчивали, скульптуры, правда, не стали, но они, дизайнеры, они благодарны мне даже, что они лепить научились, какие-то азы получили. Під час створення скульптурного образу необхідно враховувати матеріал, техніку виконання, освітлення, а також композицію твору. Сприйняття об'ємного витвору відбувається завдяки коловому огляду. Зміна ракурсів позиції відкриває в зображенні різні його грані. Чувствую пропорції чоловіка. Я йому об'ясняю, як чоловік, пропорції чоловіка там. Во-первых, мы еще лепим с натуры иногда. Я сажаю какого-то ученика, и мы лепим пропорции его человека, сидящие. Это самое. Они делают маленькие этюды этих сидящих фигур. И портреты лепим тоже таким же способом. Они как бы познают пропорции человека в разных ракурсах, там, со спины. Там. А тем более мы работаем, сидящий человек, мы его вращаем. Они каждый должны повернуть свою работу в то же положение, как сидит, как они его видят, и лепить то, что они в данном моменте. Потом поворачиваем, со спины лепят там. И постепенно они так набирают форму образования идет. Так же, как в любом
предмете, и в гончарке, и везде, да, форма образования, чувствовать пропорции и тому подобное, и уже там декор одежды, складки какие-то, ну, и какое-то эмоциональное передать состояние этих фигур. Но в основном мы лепим фигуры людей и там животным. Есть такой человек и животное, передать там какие-то пропорции животного там, в каком-то состоянии, там он или его гладит, или они гуляют вместе, или там рынок, например, животными где продают, значит, там не лепят человека, который продает кошечек или собачек, там, или на прогулке с собакой. У кабінеті пана Олексія чимало робіт, зроблених і нинішніми учнями, і тими, хто вже закінчив заклад. Кожний образ унікальний. Робота козака, вона покрита глазурю, але є у нас таке завдання – лепка від куска. Ставите кусок глини і лепите з одного куска. Не лепите там деталі, ручки, ночі, а тут він вирізає, ну, десь він там бандуру він доліпив. Потім це обжигалось і покривалось глазурю, це два обжига відбувалося. Ну, вот это из произведения «Сватание на гончарице». Вот этот стыцко, который, хоть я дурный, но я богатый. Вот самый. И вот эта девушка, это, она была уже разбита, ты уже клеил ее. Ну, а потом роспись ангопами. Это глины, в глины, белую глину добавляется краситель, ну, как гуашь получается. И потом расписывается и обжигается. Ну, это технология такая. Барашек, это мы делали, я очень увлекаюсь античностью, это делали, есть, находили в Вольве вот такого барашка в виде сосуда. Ликивчик. Вот. Но их очень много разных. Вот мне один из детей сделал это. Ну, это тоже очень давно делалось. Летом, когда каникулы, я езжу на раскопки. Ну, как я не работаю, там, не копаю, но просто общаюсь, у меня очень много знакомых. Они находят какой-то интересный светильник. Я прошу разрешения снять с него копию. Делаю реконструкцию, а потом уже через неделю привожу им готовые и дарю тем, которые мне дали, вот, разрешили снять копии. Они делаются из глины, есть формочка специальная, вот на эту верхнюю часть. Это вот здесь отминается, есть и нижняя часть, а потом это все склеивается жидкой глиной, ну и приклеивается ручка, вот, вот это на Вольве где-то года три назад. Это античный светильник, наливается сюда масло, ставится фитилек, поджигается, вот. Но даже там одна девушка, она защитила диссертацию по светильникам Ольвии. Вот. И она вот светильник делала в виде рыбки, и она подожгла, говорит, он 7 часов горел. Вот. И говорит, и даже, ну, насколько не знаю точно, что даже ярче, чем свечка горит. Ну, вот такое. Вот это мое увлечение такое. Ще одне захоплення скульптора – гончарство. Це давнє ремесло багатьох народів світу з обробки глини та виготовлення різноманітного посуду – кераміки. А ще своєрідна мистецька культура. Я їздив на конференцію, в Опішні був, свою навіть написав там реконструкцію античних світильників. По Вальдгауру, а потім їздив на Полтаву, это в Полтаві, а в Опішні їздив там. История гончарства Николаевской области. Гончарство пришло с юга Украины, греки привезли сюда. Было гончарство везде, но оно было лепное, жгутиками. Я ему показываю эту технологию, жгутиками лепится и потом заглаживается все это. А потом уже то самое, гончарный круг попал у нас в Вольвию там, римского периода, потом даже находят амфоры римского периода, печи находят в Киевской Руси. Скручивает венчик. Учениця 4 класу дитячої художньої школи Інна сьогодні удосконалюватиме свої знання з гончарства. Ми робимо круг із гліни, кидаємо його на круг і починаємо виліплювати те, що в нашій голові. Мені дуже сильно це подобається, це мій другий досвід. И я хочу развивать свой навык. Сейчас ты довольна своей работой? Или что-то еще нужно доделать? Я не хочу ничего доделать, выше что-то испорчу. Поступово народжуються глиняні фігурки на дощечках інших учнів. Дійсно, політ фантазії і уяву неможливо обмежити. Я сейчас хочу сделать бабушку, которая читает книжку и гладит своего кота. Какой образ бабушки будет? Добрая, старая. А кот какой? Ленивый. Толстый. А, по-твоему, что главное в скульптуре? Главное фантазия. То есть, если у тебя будет хорошая фантазия, и у тебя будет
хороший опыт в скульптуре, то ты сможешь любить что угодно. Я создаю девочку, которая восхищается своим питомцем. Собакой. Она его дрессирует и палит его. Хотелось бы передать, чтобы было видно историю по моему изделию, что, о чем рассказывает сама скульптура. Это фигура человека, которая будет гладить в будущем кота или собаку. Я еще думаю. Ты еще думаешь? Да. Какой кот будет? Ну, толстый, как всегда. Ленивый. В скульптуре тебе сложно работать или не очень? Ну, я леплю уже с малых лет, но для меня это привычка уже. Сложно человека вылепить правильно. А то может быть голова большая, например, сильно, как тело. И как ты будешь эту проблему решать? Убирать размер головы и вылепить все по пропорциям. Я слепил человека, который будет лежать на траве, и рядом с ним будет твой питомец. Какой питомец? Собака. А как ты травму изобразишь? Еще думаю. Я работаю над своей скульптурой. Это, получается, девушка, которая наклонилась погладить кота. А чем скульптура нравится? Тем, что можно воплощать в реальность то, что ты придумываешь у себя в голові, то есть і совершенствує свої навики. Як би не було складно передати емоції в глиняній статуетці, діти впоралися з завданням. Поради майстра юним митцям прості і універсальні. Побільше читати, знайомитися з кращими зразками світового мистецтва, історією і бути уважними, помічати все навколо, оточуючи нас світ, сповнений неповторними образами.